Не артисты и не музыканты, но такие же талантливые и целеустремленные. Фойе концертного зала «Сибирь» заполнили участники всероссийского слета сельской молодежи. Из разных регионов страны в Барнаул приехало около 400 человек. Главная тема обсуждения в этом году – социальное предпринимательство на селе, как ресурс его развития. Мы сегодня ждем активного прихода молодых инициативных предпринимателей именно в этот сегмент экономической деятельности. Это не очень прибыльный, но чрезвычайно востребованный вид бизнес-деятельности. Полпред и губернатор с удовольствием беседовали с участниками и экспертами слета. Чтобы вылечить село, молодые участники предлагают самые разные бизнес-проекты. От медийного новосибирского нью-колхоза до славгородского производства под ключ мини-сырзаводов. Впрочем, есть и вполне традиционные идеи. У нас салон красоты свой. И есть та же торговые площади, небольшие проблемы. Может быть, незнание. Незнание, где можно приобрести какой-либо товар, как его предоставить. У нас село и индустрия красоты как-то не очень развита. Поднимались и самые острые для сельских территорий проблемы, например, отток молодых кадров. Примером ее успешного решения, как оказалось, может служить далекая Ленинградская область. Нет, у нас все хорошо, да. Никто не уезжает, наоборот, все идут в поселки. Там проще развиться будет. То есть землю получить проще там будет. И поэтому с города все едут в поселки. Я уже как человек, имеющий опыт и руководящей работы, и просто немножко знающий жизнь, те проекты, о которых сегодня говорили ребята, они вправе жить и развиваться. Поэтому очень высокая оценка этого мероприятия. Впереди у участников 2 дня работы. Будут и экспертные сессии, и учебно-практические семинары, и тренинги с презентациями. Итогом слета станет принятие обязательной резолюции. В ней будут сформулированы не просто конкретные предложения, как изменить к лучшему ситуацию на селе, но и пути решения проблем. Документ направят в органы государственной власти всех уровней. Михаил Ширин, Александр Антропов, информационный канал «Город».